Как простимулировать и привлечь сына к съемке видео? Ему 15 лет. Канал у него есть, но он боится, стесняется и хочет снимать все с первого раза. А это запинки, несвязная речь, ничего хорошего. Переснимать неудачные моменты его напрягает. Что делать? Одно правило. Не мешайте. Вот вы со своим установкой, со своим стереотипом, он снимает и хочет делать все с первого раза, он автор, он креатор, он молодец. Потому что у него эти запинки пройдутся, он сам будет видеть и не с вашей подачи, а он будет видеть себя со стороны. Он будет стараться, когда у него будет результат, он будет понимать, как это работает. Вы не заставите и сделаете только все хуже. Вы усугубите ситуацию. Потому что наоборот, когда ребенок 15 лет, ему 12 лет или там 20 лет, когда ему кто-то навязывает, это неправильно, а это правильно, помните вот это. Критика – это когда критик объясняет автору, как бы сделал он, если бы умел. Если вы умеете, я понимаю. Если вы автор, у вас там миллионный канал, у вас там все хорошо, вы выступаете сразу, просто молодец, и вы ему объясняете, как надо, может быть, вы и правы. Но в данном случае, я думаю, что это не у него ничего хорошего, а это у вас ничего хорошего к его подходу. Потому что как раз-то у него все хорошо. Он, смотрите, у него 15 лет, канал у него есть. Но он боится, стесняется и хочет снимать все с первого раза. Такой диссонанс. Он боится, стесняется и хочет, дайте ему снимать. Стимулируйте его снимать, чтобы он не боялся. Потому что вы хотите все и сразу, а бывает ничего постепенно. То есть вы хотите своему ребенку сказать, друг, снимай, только правильно, ты же звезда, ему 15 лет. У него еще вот сформирована вся эта история. Поэтому дайте, он потом научится. Если его, у него будет, он сейчас начал, а потом, допустим, он в 17 продолжит. Не мешайте ему. Тут очень важно. У меня Федор, сын, да? Я чувствую, что я, вот поверьте, у меня очень сильный дар убеждения. Я очень сильно могу замотивировать. Я могу быть примеры, да, там то-то-то. Но я боюсь пережать. Я боюсь, знаете, как гайку, да, берешь, крутишь, щелк и сломаешь. Так вот здесь ваша задача – радоваться, что он что-то начал. Стимулировать его. Ни в коем случае, вон Вася, у него все правильно, у тебя сравнивать будете, ничего не будет вообще. Здесь надо дать ему волю, помочь ему, сказать, давай мы с тобой снимем вот это, давай, то есть он делает какой-то свой, попросите с ним, давайте кулинарный сделаем, либо строительный, то есть, чтобы он вовлекался вместе с вами, давай вместе сделаем какой-то стрим, то есть, чтобы было ему интересно, понимаете? Пусть даже он, как Федя, ходит, мне листики подает, он тоже слушает там, да, как у меня, как аудитория, понятно. Поэтому здесь самый важный вопрос – не мешайте.